А Зигит Краснов всегда отличался такой восточной мудростью в плане того, что он всегда находил, чем можно быть полезно людям, которые находились при власти. Как мы помним, с 6 по 9 год он очень хорошо сотрудничал с партией регионов, на тот момент всесильно, через Олега Царева. И ему позволяли также называть себя директором горсовета и тоже рулить очень многими вопросами. И позже, после 10 года, Загид Краснов всегда оказывался где-то около власти, в проектах, где он играл там либо роль золотой акции, заводя там 3-4 депутата, но они там играли очень большую роль, когда голосов не хватало, этих людей продавали просто как золотую акцию. Я думаю, удивляться тому, что Загид Краснов находится в неких скрытых договоренностях, в принципе, не стоит, потому что мы видим его всю наружную рекламу по всему городу, да, вот эти плоскости. Сам он купил, либо ему там где-то помогли его друзья и покровители, тоже вопрос, да. Мы видим, что он ведет кампанию, но слухи об оппозиционности Загида Краснова очень сильно преувеличены, даже если посмотреть результаты голосования по каким-то знаковым моментам его фракции в мэрии, то видно, когда вот они очень синхронно голосуют.